Я думаю, что мы должны участвовать в освоении политической, экономической, космической гонки, в освоении Марса. Нам необходимо использовать ресурсы этой планеты, поскольку ресурсы Земли постепенно исчерпываются. Это будет правильным и очень важным прогрессом человеческой нации и российской нации в том числе. Особенно надо помнить, что мы первые в космосе, и это первенство нужно держать всегда. Поэтому мы должны взять флаг и первыми все-таки пойти на Марс, освоить новую планету и открыть много неизведанных законов физики и математики.